Драникова, ваши овации. Алексей Вячеславович, вам слово. Для меня огромная честь находиться в этом зале, поскольку у меня сейчас прекрасная возможность наградить лучших из лучших. Тех людей, которые сегодня участвуют в трех номинациях. Индивидуальное строительство, высотное строительство и социальное жилье. Экспертной комиссии было очень тяжело определить победителя. Но тем не менее, сегодня я хочу сказать, что побеждает сильнейший. Спасибо большое, ваши аплодисменты. Также для